майор Павел Карпов, 32-летний следователь ГСУ ГУВД Москвы, стал ключевой фигурой в хищении у российских сограждан 5,4 миллиардов рублей или 230 миллионов долларов. И позднее в сокрытии этого преступления, приведшего к гибели Сергея Магнитского. В июне 2007 года сотрудники ГУВД Москвы организовали и провели обыски в офисах компании «Эрмитаж» и «Firestone Duncan» в Москве. Во время обыска были незаконно изъяты документы и печати трех компаний фонда «Эрмитаж». Все изъятые документы и печати были переданы как улики следователю Карпову. Пока изъятые во время обысков документы находились у майора Карпова, они были использованы для мошеннической перерегистрации компании фонда «Эрмитаж» на ранее судимого за убийство Виктора Маркелова. Вслед за этим мошенники подали требование о возврате якобы излишне уплаченных налогов на сумму в 230 миллионов долларов, которые были возвращены из бюджета за один день. Пожалуй, это была крупнейшая налоговая афера в истории России, и мой коллега Сергей Магнитский не мог оставить этого просто так. В октябре 2008 года Сергей Магнитский дал официальное показание в отношении этого мошенничества и роли майора Карпова и подполковника Кузнецова в этом преступлении. Он рассказал, каким образом при участии этих сотрудников МВД было осуществлено хищение 230 миллионов долларов у граждан России. Спустя месяц Сергей был арестован этими же сотрудниками МВД. Сергея удерживали в тюрьме почти год, создав ему нечеловеческие условия, оказывая постоянное психологическое и физическое давление. Но, несмотря на это, майор Карпов и его коллеги не добились от Сергея отказа от его показаний. В тюремных условиях организм Сергея стал сдавать. За несколько месяцев он потерял 18 килограмм. В течение года ему отказывали в свиданиях с женой, матерью и детьми. В то время, когда Сергей Магнитский мучительно умирал в тюрьме, майор Карпов вел роскошный образ жизни, несопоставимый с его месячной зарплатой 535 долларов. Майор Карпов наслаждался кухней дорогих ресторанов Москвы. Он посещал куртуазные клубы, развлекаясь со своими друзьями и подругами. Пока Сергей Магнитский мучился в тюремных застенках, майор Карпов использовал тюрьму для развлечений, устроив свадебную вечеринку для своих друзей в тюремной камере районного отделения милиции по адресу Большая Знаменка, 13. Помимо развлечений, майор Карпов не забывал о более серьезных вещах. По данным Департамента муниципального жилья, в ноябре 2008 года, вскоре после того, как украденные у граждан России 230 миллионов долларов были распределены между участниками аферы, мать майора Карпова, пенсионерка Надежда Федоровна, приобрела квартиру в элитном московском комплексе «Шуваловский» рядом с метро «Университет». Рыночная стоимость 100-метровой квартиры составила 930 тысяч долларов. Чтобы позволить себе такую квартиру, майору Карпову с его официальной зарплатой потребовалось бы 145 лет, а его матери – 153 года. Помимо этой новой квартиры, они по-прежнему владеют приватизированной трехкомнатной квартирой на Балаклавском проспекте. В октябре 2007 года, вскоре после обысков и незаконного изъятия документов компании фонда «Эрмитаж», мать майора Карпова приобрела два смежных участка земли по 15 соток в престижном Наро-Фоминском районе Московской области, рыночной стоимостью 120 тысяч долларов. Несмотря на свой заявленный месячный доход всего в 505 долларов, мать майора Карпова могла позволить себе гораздо больше. Так, по данным столичного ГИБДД, она приобрела новую Audi A3 стоимостью 47 тысяч долларов. А в дополнение к этому пенсионерка Карпова приобрела подержанную спортивную иномарку Porsche 911 Carrera, способную развивать скорость в 300 км в час, стоимостью 41 тысячу долларов. Сам майор Карпов приобрел новенький Mercedes-Benz E280 комплектации люкс за 72 601 доллар. Чтобы объяснить такое дорогое приобретение, майор Карпов берет в банке кредит в размере 60 906 долларов. При этом Карпов декларирует банку годовой доход в 6400 долларов. То есть, чтобы рассчитаться с банком, Карпову понадобилось бы более 10 лет голодного существования. Однако уже через год майор Карпов возвращает банку заем с процентами в размере 65 тысяч долларов. Но и это не все. Поистине настоящей любовью Карпова являются автомобили Porsche.
Поэтому сейчас его можно увидеть выезжающим на милицейские задания на новеньком Porsche Cayenne. Розничная цена этого автомобиля – $126 300. С момента хищения денег у сограждан благосостояние семьи Карпова увеличилось как минимум на $1.3 миллиона. Пока Сергей Магнитский содержался в невыносимых условиях в тюрьме, замерзая от отсутствия отопления, задыхаясь от смрада нечистот, пока он бился в агонии от мучительной боли, взывая о помощи, майор Карпов путешествует по миру в роскоши. По данным Федеральной пограничной службы, майор Карпов только в течение одного года отдохнул за пределами страны 8 раз. Он побывал в Великобритании, Италии и США. Он отдыхал 2 недели на Карибских островах, любовался Испанией по дороге из Мадрида в Барселону, он осматривал достопримечательности Вены, принимал солнечные ванны на островах Греции. Он ознакомился с культурой Ближнего Востока в Омане, 2 раза летал на Кипр, 6 раз он возвращался в Турцию и несколько раз ездил в Дубай. октября 2009 года Сергей Магнитский писал из тюрьмы. «Осуществляемое в отношении меня уголовное преследование является репрессивной мерой, целью которой является наказание меня за помощь, которую я оказывал своему клиенту в отношении расследования обстоятельств похищения принадлежащих клиенту обществ Риленд, Махаон, Парфенион. В ходе оказания мной этой помощи мне стало известно о возможной причастности к хищению сотрудников МВД РФ, а также о том, что похищенные компании впоследствии были использованы злоумышленниками для хищения из государственной казны суммы 5,4 миллиардов рублей. Сергея держали в тюрьме почти год в нечеловеческих условиях, превративших его заточение в пытку. Его перевели в камеру, где из дыры в полу сочились нечистоты, где отключали воду. Все просьбы Сергея о возможности принять душ встречали отказ. Ему отказывали в возможности вскипятить воду, вынуждая пить непригодную воду из-под крана. Сергею не оказывали необходимую ему медицинскую помощь. Организм сдавал. Боли становились невыносимыми. Но он так и не изменил свои показания в угоду следствию. 16 ноября 2009 года Сергей ушел из жизни. Ему было всего лишь 37 лет. Годом ранее он был здоровым мужчиной. Сергей умер в тюрьме, в одиночестве, испытывая страшные боли. Он умолял позвать врачей. В ответ – смирительная рубашка и бокс-одиночка. Спустя 1 час 18 минут все кончено. Сергея больше нет. Весь этот час и 18 минут бригада скорой помощи ожидала за дверью, но врачам не разрешали войти. Сергей оставил родителей, жену и 2 детей. Детей, которых ему не дали увидеть и с которыми ему не дали поговорить за все время его незаконного содержания под стражей. Людмила Алексеева, председатель Московского отделения Хельсинской группы по правам человека, потребовала возбудить уголовное дело по факту гибели Сергея. Его смерть не является случайной. Она также произошла не просто по недосмотру или халатности отдельных лиц, работающих в системе исполнения наказаний. Сергей Магнитский погиб от систематических пыток, которым он преднамеренно подвергался по указанию сотрудников МВД РФ. Сенатор Конгресса США Бенджамин Карден призвал Соединенные Штаты и страны Европы отказать в визах всем официальным лицам, которые участвовали в незаконном аресте и убийстве Сергея Магнитского. Несмотря на общественный резонанс, вызванный гибелью Сергея Магнитского, майор Карпов не был привлечен к ответственности. Майор Карпов получил повышение, перейдя с городского уровня на федеральный, и сейчас трудится в Следственном комитете при МВД. Сергей Магнитский был не первой жертвой майора Карпова. Майор Карпов, подполковник Кузнецов и осужденный убийца Виктор Маркелов вместе не раз в прошлом совершали преступления. Все трое в 2006 году были фигурантами уголовного дела, связанного с похищением Федора Михеева и вымогательством $20 миллионов за его освобождение. В результате Маркелов провел 6 месяцев в СИЗО, а Кузнецову и Карпову удалось замять дело и затем освободить своего сообщника Маркелова. Как в случае с Магнитским, майор Карпов и подполковник Кузнецов посадили в тюрьму невинного человека, который дал против них показания. Похищенный ими Федор Михеев не побоялся свидетельствовать против сотрудников МВД, за что получил 11 лет лагерей, где и находится по сей день.
Нам нужно заставить правительство поддерживать людей, которые борются с коррупцией, злом и мерзостью наших дней. Государство обязано наказать всех, кто повинен в аресте и смерти невиновного Сергея Магнитского. Ну и сегодня майор Павел Карпов продолжает безнаказанно воровать и разрушать семьи. Он стал очень богатым человеком и считает, что его мундир сделал его неприкасаемым. Пора доказать ему, что это не так. Россия заслуживает лучшего.